Так, видео записывается, я начинаю что-то говорить. Начну, пожалуй, с погоды и с моего настроения. Погода за окном, ну, как и погода, зимняя. Как-то рано пришла зима в Далгупилс, в ноябре, первый снег. Ну, может быть, это не первый год, и у меня замерзли руки. Что мне еще сказать? Настроение у меня такое немножко депрессивное. Ну, так себе, не очень. Нет какого, знаете, какой-то радости. Постоянно какая-то депрессия. Ну, такая для меня, в общем, свойственна эта депрессия. В общем. Так. А, реклама, короче, реклама. Да? То есть это, ну, не плановое видео. Я не планирую, просто тут некоторые люди просили кое-кому передать привет. Вот. Ну, просто люди появились и просят, чтобы я кое-кому передал привет. Поэтому начну, пожалуй, с рекламы. Вот. Так, в общем, подпишитесь в паблик «Знания в вопросах». Это Далгупилсская группа ВКонтакте. Вот, очень хорошая, там сейчас подписано 1000 человек, поэтому ты обязательно подпишись, зритель, потому что я считаю, эта группа в 10 раз лучше признавашек. Вот. Но это не значит, что вы отписываетесь от признавашек и подписываете знания в вопросах, да, то есть. Вот. И сейчас там идет опрос про Наполеона, чего он больше всего боялся, в общем. Ну, думаю, в своей жизни. Я не знаю, но вот на данный момент я читаю «Наполеон Бонапарт». Вот, пока еще не одолел эту книгу, но думаю, в этом году я одолею и прочитаю эту книгу. И чтобы ближе было по теме, ну, как бы, что знание в вопросах, да, то, что там закреплен этот пост, давайте я вам зачитаю из последнего то, что мне очень понравилось. Там небольшой кусочек. И слушайте. Его повелительные жесты, его пыл, его предельно сжатая речь, доказывающая ясность мыслей, все обличало в нем человека, созданного, чтобы приказывать и распоряжаться. Мормон отзывался о нем в сходных выражениях. В его железном теле была скрытая огненная душа. Никто никогда не был храбрее его. Мне очень понравилось то, что я вычитал. Вот. Это был такой, знаете, момент литературы. И Наполеон. Франция. В общем, Эйфелевая башня. Дальше. Так. Хочу передать привет тебе, Денис Чижевский. Ты мне писал в Фейсбуке. В общем, зрители, ссылочка будет под этим видео. Ну, то, что Денис Чижевский просил там пропиарить один какой-то трек. Хотя я в прошлом видео уже рассказывал про Дениса Чижевского, да, то есть. А теперь привет. Вот реально, кому передам привет, и никто это не просил, хотя намеки были. Хочу передать привет тебе, Витя Новацкий, ты этот, как его, админ паблика признавашек, ну там левая и правая рука, но неважно, ты, в общем, админ. В общем, тебе передаю привет и передаю привет твоей девушке. В общем. Дальше появился анон. Ну, неважно, кто появился. В общем, я хочу передать привет Виктории Бурлаковой. Я тебя не знаю, но один человек просто попросил, чтобы я тебе передал привет в этом видео. И хочу передать привет Юстине, та, которая живет в Англии. Тебе я передаю привет. В общем. В общем, на этом все. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, комментируйте. Всем хорошего настроения, любви. И на этом все. Пока. То есть всем пока.